Здарова, меня зовут Леонид Пермяков или просто DreamX Leo. Я делаю обучающие ролики по Counter-Strike. Я продолжаю делать видео по тем идеям, что вы мне советуете в комментариях под моими видео и присылаете в личку. Сегодня видео на довольно странную тему, но думаю, новичкам точно будет полезно и просто тем, кто этого не знал. Но перед началом хотел бы посоветовать вам канал Айка Шоу. Парнишка старается, снимает классные видосы, монтирует и радует своих подписчиков. Поддержите парня подпиской, ребят, и лайком тоже. Ссылочка на его канал в описании. Уже более полугода назад Тимофей Бредехин оставил комментарий под моим видео о новой сборке, где написал: «Лео, сделай гайд по тому, насколько далеко нужно отбегать от плента, чтобы тебя не взорвала бомба». Собственно, на эту тему мы и поговорим. Поскольку даже у меня были такие ситуации, когда осталось мало хп, жизни, и я поставил бомбу, затем убегал и думал, встав на определенном месте, что не взорвусь, а все равно зацепило, блин. И в итоге я умер. Потерянная пушка и амуниция. Поэтому сегодня я вам расскажу и покажу, насколько нужно в точности отбегать, чтобы взрыв бомбы вас не зацепил ни капли, и вы остались живых, даже если у вас 1 хп. Сразу говорю, что далее я просто покажу видеоряд и не буду объяснять, что да как, так как все будет понятно из самого видео. Просто поясню. Я буду ставить бомбу примерно в центре плента, ближе к отметке минирования, а далее за 15 секунд до взрыва я должен буду убежать на расстояние, чтобы меня не зацепил взрыв. Естественно, я буду показывать несколько точек отхода, потому что террористы перед взрывом могут бежать в разные стороны. Разберу все основные, конечно. Ну и, конечно, пройдусь я только по основным турнирным картам: Dust 2, Inferno, Nuke, Train, Aztec, Mirage и Tuscan. Ну что, погнали! Got my pocket full of sand, sand, sand. I don't really give a damn, damn, damn. You can read it in my head.
Ребят, прежде чем мы перейдем к следующей карте, хотелось бы вам помочь. Если вдруг вы пытаетесь научиться играть, а у вас никак не получается, и вы уже опустили руки, попробуйте мою настроенную сборочку для агрессивной игры. Мне буквально каждый стрим и видео прилетает отзывы от подписчиков, как она им помогла наконец тащить. Там нет ничего магического, просто она правильно настроена и защищена. Вот и все. Попробуйте, ссылка на сборку находится в описании под видео. Бля, чё, Лео? Ты чё, Лео? Лигу прорвали, блядь. Давай назад, нахуй. Нахуй. Ебать, что я раздам. Чё ты? Блядь, как он выжил вот этот? Как вот отзовут его, да? You got to hop in a three, you got to hop in a three, you got to hop in a three, you got to hop in a three.